Такого в Нижнекамске давно не было. Зрители стали участниками представления ансамблей «Забава» и «Забавушка». Им, несомненно, понравилось. Я давно уже такого не видела. И дети, и взрослые, и мужчины, и женщины. Все очень прекрасно. Хорошо, ярко, солнечно. А Кама, какая красивая наша Кама. Впервые я это слышу. Узнала много-много о своей реке. Название концерта – «Песня над Камой-рекой». Тема проходила красной линией через весь сценарий. Артисты рассказали о водной артерии все. А юные участники «Забавушки» затронули проблему экологии. Не мыли машин, в нее сбрасывали весь городской мусор. Люди даже не догадывались, что речка тоже живая. В августе мне позвонили и сказали, что вот сейчас запускается новый проект «Пушкинская карта», и нам обязательно нужно показать какую-нибудь такую интересную программу, чтобы она была интересна и взрослым, и детям. И в то же время хотелось бы с нашими народными песнями, чтобы перекликалось с народной культурой. Я сегодня почувствовала, что такое патриотизм. Сегодня было просто великолепно. Конечно, как всегда у Забавы и Забавушки бывает. Живой фольклорный вокал в исполнении солистов Забавы вновь покорил искушенного нижнекамского зрителя, не оставив равнодушным никого. Каждая композиция сопровождалась громкими овациями. Рафаэль Ракипов, новости НТР.